Всем привет, друзья, вы на канале Bloody Royce, меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Амнезия. Все, кто не видел первую часть, переходите в пыли и смотрите первую серию. В общем, в прошлой серии мы остановились на том, что куда-то прошли в замке, нашли какие-то записки, записи, воспоминания у нас были. Остановились вот в этой комнате. Сейчас нам дорога, получается, только вот сюда. Дверь не открывается, она заперта. Но сюда мы не можем пойти, значит, нам надо идти обратно. Куда обратно идти? Там все завалено было. Да? Так, здесь мы были. Тут дверь завалена. Куда нам идти тогда? Там что-то рычит непонятно. Может, нам сюда как-то? Куда нам сюда? Может, нам наверх надо подняться? Там ветер дует. Так, куда нам идти? Мы были вот здесь, мы прочитали всякие записки. А, вот. Тусклый свет, наверное, здесь можно пройти. Так, как ее двигать? Вот проход. Как ее двинуть? Или это с другой стороны? Нет. Тут рычаг? Опять рычаг где-то должен быть. Книжку надо двинуть. Шкаф он сам не двигает, да? Да, сам шкаф он не хочет двигать. Значит, надо поискать рычаг какой-то. Рычаг. Никаких рычагов я здесь не вижу. Может... А чё вот эта книжка тоже заперта? Может, тут что-то лежит? Просто книга. Так, сколько у нас? Давайте подольем маслинку. Масленку. Ну, сюда он не идет. Может, за коробками что-то... Вот книжка стоит. Как тебя, блядь, открыть? Тусклый свет, говорит. Что это за место? Может, отсюда как-то? Тут что-то? Тут прохода тоже никакого нет. Никаких рычагов я не вижу. Так, это зал... И все понятно. Как туда попасть? Ну-ка, зажги свет. Осмотрим сейчас внимательно. На полках. На полках. Ничего нету. Да? Опа. Записка. Просто так валяется, да? Ладно. Как туда пройти? Может, он в журнал записал что-то? Спрятан какой-то механизм управления потайной дверью. Где он, блядь, спрятан-то? Ну тут, может, где-то что-то нажать надо. Толкни ее. Или он, типа, не двигается? Какой механизм? Свет зажечь надо, может? Сейчас я огни вот так потрачу. Ударь его, толкни его, двинь. Так он не двигает. Сюда он тоже не идет. Ни туда, ни сюда дверь не двигается. Какой механизм? Книжку надо найти. Да? Чё? Все? Какую-то книжку двинул, что-то произошло. Еще какую-то надо найти. Че, я двинул дальше, что? Заперто. Вот еще книга. А, это просто. Еще надо книжку найти, да? Зажги свет, что ли, блядь, темно, нахуй. Нихуя не понятно. Вот еще книжка. Надо вот такие серенькие искать. Тут нету. Судя по всему, на них таймер какой-то. Ага, вот еще такая же. Еще? Или там уже закрылась просто? Да, одна закрылась. Так, это. Это. Все, открыл. Надо было несколько книжек просто дернуть сразу.
Как потайная комната какая-то. Ой, можно костер разжечь, нихуя себе. Шкафчик. Пусто. Картины. Какие-то картины. Дети что-то тут. Это картины из Библии, нет? Точнее, история Библии. Так, ключ. От винного погреба. Дверь открылась, кстати говоря. Это та дверь, через которую мы проходили? Чё ты, блядь, меня пугаете? Но двери сами открываются. Тут ничего нету. Опа, записочка. О закрытом винном погребе. Вильгельм и его идиоты ставят под удар мои эксперименты, небрежно обращаясь с человеческими оболочками. Шериф внимательно следит за тем, что происходит в лесу, и убивает моих верных слуг. Рано или поздно след приведет их в Бреннинбург. Нужно посадить под замок Вильгельма и его людей. Только так я смогу помешать следствию. Поэтому пока все не уляжется, винный погреб будет под замком. Либо люди короля уйдут, либо они погибнут с голода. Да пусть хоть сгниют, мне все равно. Возможно, стоит напоить их вином. Это в каком-то смысле решит обе мои проблемы. Какой-то чувак то ли заговоры, что ли, в замке делает, Вильгельм. Это... Так, что это такое? Ничего интересного, да? Мы нашли какую-то записку. Что-то в винном погребе хранится. Что-то скрывается. Так, мы вернулись в начало. Так, тут темно. Не поддается. Куда нам? В главный зал идти? Ебать, это что такое? Тихонько. Мне за ним надо идти? Какие-то оболочки человеческие. Какие-то эксперименты тут проводили. Пока король не знал, да? Стремно сюда идти. Если я свет зажгу... Тут рычит. Если я свет зажгу, он меня услышит? Где он, блядь? Страшно ходить тут. Так, мы в приемную прошли, да? Песчаные дюны напоминали морские волны. Пока караван шел, земля казалась неподвижной. Но стоило разбить лагерь, как холмы задвигались. Чё такое? Чё такое? Кто это был? Ай, блядь! Ты чё дерёшься, нахуй? Плоть нападает на меня? Нахуй она на меня нападает? Она мне хып... Все в порядке? Она дерется, по ней ходить нельзя? Она начинает захватывать эту территорию, замок. Так, ну у меня ключ от винного погреба, значит мы сейчас идем туда, да? Так, здесь можно без светильника ходить. Нам надо найти какие-то ингредиенты и... избавиться от этой жижи. Так, туда нам не надо. Нам вот сюда. Так, как его применить? Ага, выбрать и нажать, да? Все, можно зайти. Песок, посыпавшись с потолка, надавил на шляпу. Он взял волю в кулак. Пещера внезапно содрогнулась и замерла. Так, тут темно тоже, да? Винный погреб. Спускаемся вниз. Нас дудосит. Так, флешбеки опять, да? Куда подевался барон? Да плевать! Он оставил нам столько вина, что хватит до скончания дней! Или хотя бы до завтра! Короче, он напоил их. Барон. Это какой-то барон. И он их всех напоил. Что это такое? Это карта винного погреба, да? Мы спустились здесь. Здесь бочки какие-то. Через бочки можно пойти сюда. Прямо. Какая-то мастерская. Направо. Комнатушка. И потом винная комната. Я слышу какие-то цепи. Свиньи висят. Что там такое?
Что это за место? Хуй поймешь. Там что-то поломилось. Что это такое? Поломи. Ай, блядь, бочкой уебало. Ебаный штык. Но это точно повлияет на наше здоровье, скорее всего. Бери ее нахуй. Пара синяков и царапин. Рассудок. Точечки нахуй стоят. Так, надо свет зажечь, у меня лампа кончается уже. Допустим. А без лампы-то хуёво, честно говоря. Нихуя не видно. У меня и так рассудка нет. Так, ну будем зажигать, значит, везде. Кто-то тут топает, блядь, ходит. Какие-то инструменты. Кирпич. Кстати говоря, при себе кирпич буду носить. Тут тварь, если что, кину. Так, огниво. Он меня слышит или нет, когда я тут топаю, хожу? Что это такое? О, нихуя себе. Масло можно заправить. Так, зажгем. Теперь в лампе максимум масла, это отлично. Так, а куда мне идти-то? Тут дверь завалили. Дверь завалили. Там сверху что-то лежит, да? Как-то двинуть, что ли? Вы чё, ебать? Геракл, что ли, нахуй? Так. Чтобы толкать, удерживайте левую кнопку мыши. При движении левым джойстиком нажмите правую кнопку мыши. Как, блядь, толкать? Не понял. Как-то надо растолкать, короче, да, проход. Батя, блядь, у меня Геракл, походу. Надо полностью... Как, блядь, толкать? Я не понимаю. А, вот тянуть просто. Ебать, он тяжелый, я чё? Геракл ёбаный. Такие, блядь, бревна таскать нахуй. Так, ладно. Давайте маслом мы еще заправим. Закончилось масло, ты охуел, что ли? Че за подстава? Я думал, там бесконечно масло. Так, двигаем, короче. Раздвигаем дорогу. Там какая-то тварь доубилась. Страшно, блядь, так. Так. В какую сторону он открывается? Он не открывается, потому что вот это мешает. Вот. У меня вообще все хуево, да? А, нет. Нормально становится. На себя, что ли? Что такое? Куда мне надо идти? Сюда? Сюда не хочу идти. Свиньи висят. Присядем. Мясо какое-то, кого-то разделывали. Что происходит? О, моя грудь сейчас разорвется. Что за черт? Мигель, сделай что-нибудь! Смиритесь. Живыми нам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Выпусти нас! Вильгельм, короче, этот, типа, следил за ними, да? Не давал какие-то эксперименты делать. А этот чувак напоил все-таки вот этим вином, который на самом деле нихуя не вино, как
какая-то отрава. То, что они все повзрывались, нахуй. Так это что? Вот царская водка, нахуй. Последние слова Вингельма. Я Вингельм из рода Герихов. Это мои последние слова. Мои исповеди и завещания. 2 года назад меня вызвали в замок Бриненбург. Я, как и многие все остальные аристократы, не мог понять, что понадобилось от меня рыцарю ордена, и поэтому принял решение. Барон был настроен дружелюбно и изложил мне свою просьбу. Мне стало ясно, что он предлагает жуткий контракт, и что я был выбран из-за своих прошлых прегрешений, а не потому, что отличился на военной службе. По малейшему капризу барона, я, не задавая никаких вопросов, должен был похищать здоровых людей. Взамен он обещал отрекомендовать меня при дворе, и тем самым поспособствовать моей карьере. Я был бы рад сказать, что я колебался, однако на самом деле решение я принял быстро. С того самого дня я приводил в Бриненбург мужчин, женщин и детей. Их число я не помню, но их было много. Быть может, даже сотни. Никого из них с тех пор не видел. Сегодня вечером барон пригласил меня и моих людей в винный погреб, чтобы отпраздновать наши успехи. Пока мы спустились по лестнице, я заподозрил неладное. Однако барон настоял на том, что мы должны выпить. У вина был прекрасный вкус, и мои люди пили вдоволь. Так началось наказание за наши грехи. Барон запер нас и ушел наверх. Простите меня за то, что я сделал. Я был слаб и подался на его дьявольские хитрости. Мои люди кричат. Их кости раздирают им кожу. Я чувствую, как бунтуют мои внутренности. Из глаз потекла кровь, и я больше не могу. Короче, этот барон, он какие-то страшные вещи делал с людьми, эксперименты и еще что-то. Ему нужны были люди. И судя по всему, он нанял этого чувака. Мы контракт, кстати, читали про него. Тут вот они напились, и всех нахуй разорвало просто. Почки. Почки так стоят, тут ничего нет. Ну тут долбился, блядь. Сейчас мы кого-то встретим, наверное, да? Стремно тут ходить, честно говоря. Так, а мы сюда ходили, нет? Мы можем сюда пойти. Тут что такое? Двери надо закрывать, интересно, нет? Никто ко мне не придет. Молоток, инструменты. Это что такое? Куприт. Дверь закрылась. Почему она закрылась? Кто мне ответит на этот вопрос? В каждой комнате один ингредиент будет лежать. Никто тут не ходит. Просто сама закрылась по капе, да, и все. Так, там царская водка была, тут куприт. Что такое? Там кто-то ходит? Открыть я не могу. Ну ладно, значит пойдем дальше. Если враг рядом, держитесь вне поля зрения и прячьтесь в темноте. Гасите лампу, если возможно. А враг рядом? Дождем свет. Что-то падает сверху. Так, стрёмно здесь ходить. Давайте вот так. Свет зажжем хотя бы. Так, это что такое? Настойка опия. А вот и враг, кстати говоря. Пейте настойку опия, чтобы увеличить здоровье. 2 раза нажмите на ее инвентаре для использования. Пара синяков и царапин. Укрепляющее средство улучшает здоровье и помогает заживлять раны. Давайте выпьем. Все в порядке у меня стало, да? Это типа хилочки наши. Тут я на свету. Так, будем тихонечко ходить. Дверь закрылась. Какая-то тварь. Голая, блядь, ходит. Голожопая. Там сверху что-то падало. Так, давайте зажжем свет. Пока никого нет. Камни, это просто камни падали. А, тут все обрушилось и камни хуячили. Шуметь не можно? Не придет он на мой шум? Так. Огниво. Вон еще огниво вижу. Допустим.
Рассудок у меня все хуёво стал. И масло, кстати говоря, заканчивается. Давайте так сделаем. Кто-то ходит? Или это я хожу? Вот эта дверь, в которую я не мог зайти, да? Не стрёмно теперь здесь ходить? Тут пока никого нет, да? Как тут ходить, если тут, блядь, эти факела вообще не светят нихуя? Что такое, блядь? Что все красно стало? Ауру пигмент. Все ингредиенты нашел, да? Че мне теперь куда? Химикат нужно подготовить с помощью соответствующего аппарата. Это мне надо куда идти? Обратно в лабораторию? Или здесь где-то делать? Че у нас книжку пишет? Так. Мощная кислота. Вот нам надо мощную кислоту сделать. Путь преграждает какая-то органическая ткань. Чтобы эту ткань прохуясь. Че он так топает, блядь? Я же на корточках хожу. Он должен аккуратненько, тихонечко передвигаться. Так, ну тут стрёмно ходить. Так, мы тут везде были, да? Нам сейчас надо обратно идти. Давайте лампу зажжем. Никого нет уже, да? Можно, значит, идти. В приемную заходим. Задыхаясь, он сел у стены касбы. А, потом стекал... Пот стекал по его лбу, что-то там... Опять хуёет, ну все, все это... Ай, блядь, иди нахуй! Дерешься ты, тварь. Что-то хуёво становится, все это хуйней зарастает. Так, нам вот сюда надо, да? В лабораторию. Он уже не мог не обращать внимания на шум на улице. Открыв жалюзи, он увидел, как французские солдаты стреляют в двух молодых людей, оказавших сопротивление. Все заволокло пороховым дымом, и голоса смолкли. Дождем свет. Ну тут светло вроде, да? Свет зажгли. Че у меня? Кристальный чист, нихуя себе. Там что-то открылось? Нет, там просто так же что-то страшное происходит. Идем дальше. У меня тут выносливости нет, кстати говоря. Или есть? Все, в лаборатории, да? Где мне смешивать надо? Все трясется. Хуёво тебе? Вот. Тут, наверное, да? Как работает это по ней? Так. Как мне их сюда добавить? 4 химиката. Допустим, вот у меня есть. Ага, вот надо выбрать и добавить. Что такое? Что? Проход завалило. Лестницу нахуй сломал, ебаный стыд. И что, я не смогу запрыгнуть, что ли? Тут же вот палочка, зацепился за нее и поднялся. Пиздец, блять. Так, надо вот здесь свет зажечь, а лампу выключить. Что он в журнал, кстати, записал? Лестница обрушилась, нужно найти другой способ, как подняться наверх. Как, блядь, ты поднимешься наверх? Кроме как там. Допустим, еще один химикат ставим. Вот эту хуйню куда? Вот. Негде использовать предмет. Так, удержите кнопку мыши, сделать круговое движение правым джойстиком, чтобы повернуть колесо. Оно будет следовать направлению вашего движения. Ага. Допустим, открываем. Все работает. Надо... Тут оно сейчас перегонится, да? Для чего? Открываем.
кто, блядь, ходит тут? Блядь, как этим управлять? Куда вот эту подставку? Сюда не хочет. Сюда что? А, вот, блядь. Что сразу не поставил? Допустим, открыли. Открыли. Опять дудосили. Открыли. Да открой ты, ё-моё. Куда ты крутишь? Все. Все, кислоты надел, да? Допустим. Банка с кислотой. И куда мне? Если я здесь подняться не могу. Ебать, лампа кончилась, пиздос. Масла надо. А масла нет нихуя. Масла нихуя нету. Как мне туда наверх подняться? Вот же здесь можно запрыгнуть. Но он не хочет туда запрыгивать. Может туда в воду надо спуститься? А куда мне еще? Кислоту вылить? Негде использовать этот предмет. Ну вот, на решетку. Нет? На камни, может, там надо вылить. Но кислота нам нужна, чтобы... А, я, может, по ящикам могу забраться, нет? Поставить вот здесь. Ящиков сейчас наставлю и по ним поднимусь. Да? Булочки, ящики, все подряд наставим сейчас. Вот так. Да куда ты, блядь, все падаешь-то? Ставь нормально. Вот так. Допустим. Оп. Да? Нихуя я гений мысли. Наебал, вру. Лестница сломалась. Похуй, меня лестница сломала. Взял, запрыгнул. Он как-то сумел прожить 3 дня в Алжире, после чего наконец ему нашли место на корабле, шедшем в Гибралтар. Добравшись до английской территории, он уже легко купил билет на Гортезию, которая направлялась в Лондон. Тут уже все у ней. Ай, блядь, он еще дерется нахуй. Ну-ка. Здесь это не поможет. Так, ну я предлагаю на дверь вылить нахуй, съебаться отсюда просто и все. Ни хуйней не заниматься. Да? Вот так, оп. Не поможет, блядь. А где поможет нахуй? Тут не поможет. Везде темно уже стало. Так, мы везде были, кроме низа, да? Кислоту мы сделали, нам осталось только... Туда пройти? Ну-ка. Ну да, здесь поможет, там не поможет. Что-то уже все тут хуево стало, погребальный зал. С рассудком все хуево совсем. Я куда-то спустился в подвал, тут темно. Зажгем свет. Флешбеки? Темновато здесь. Да, и на то есть причина. Но ты уже можешь зажечь фонарь, если хочешь. А что за причина? Почему темно? Держись поближе, не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая тема? Будь внимателен, Даниил. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Что-то тут страшное, короче, происходит. Что-то тут заныкали, походу. Лампа кончилась. Да? Прямо и не шагу в сторону, блядь. Огниво кончилось. У меня все кончилось, нахуй.
Пиздец, я все растратил раньше времени. Тут темно, пизда. Прямо, блядь. Куда прямо? Тут дорога. Так, враги, блядь, тут какие-то еще. Так, где они тут появляются-то? Не так уже, блядь. Что такое? Ага, вижу, вижу. Ага, на врагов лучше не смотреть, нахуй. Это рассудок уходит. Хорошо. И вас могут заметить. Как они, блядь, заметят? Мой взгляд чувствует или что? Так, ну у меня уже вообще сейчас все хуёво будет с рассудком. Химической колбы. Да мне еще кислоту надо бы делать. Так, ну меня жестко колбасит вообще, пизда. Он вышел отсюда. Тихонечко приоткроем. Дайте мне что-нибудь огневое масло. Вот, маслица. Отлично. Отлично, хотя бы маслиц. Огнива нету. Ага, вижу огниво. Одно огниво. Так, идем дальше. По кругу ходим, да? Опа. Что такое? Что дверь открылась сама? Все нормально здесь? Никто на меня тут не побежит, не выбежит, нахуй. Куча бутылок, для чего? С другой стороны заперт. Бля, чё это было? Сука, напугала меня, тварь. Жижи ебаные. Ебать, я дернулся. Тварина, а, тварина. На жижу лучше не ступать, она дерется, нахуй. Я обосрался, блядь. Так, это проход... Туда, где мы были, да? Эта тварь куда пошла? Сюда куда-то, да? Она оттуда вышла, пошла сюда. Здесь ее нету. И слава богу. А куда он, блядь? Он испаряется или что? Так, на жижу лучше не наступать, она пугает, блядь. Так, тихо-тихо, дверь закрылась. Что такое? Оставайтесь на цвету и постарайтесь не двигаться. 22 июня 1839 год. Прошло больше месяца с тех пор, как я последний раз писал в дневник. После того, что случилось в гробнице, профессор попросил меня вернуться в Англию. Сказал, что не хочет рисковать всей экспедицией, если мне вдруг станет хуже. Оказалось, что он зря беспокоился, но я рад, что все так вышло. Сегодня утром я нашел свой дневник среди экспонатов, которые привез из Африки. Там же лежала и разбитая сфера, обернутая тканью. Я попытался собрать ее, но не смог. Части не подходили друг к другу, словно были от разных сфер. Может, мне все почудилось тогда? Может, эта сфера никогда не была целой? Может быть. Так, мне надо на свету постоять, да? Чтобы в себя прийти или что? Давайте посидим здесь. Подумаем о жизни. Ну, я думаю, нам уже можно на этом заканчивать. Какие-то монстры появились, еще что-то. Потихонечку рассказываю сюжет всего, что здесь происходит. Ну, судя по всему, какой-то барон выкупил это. Этот замок, нанял людей. Похищал их, ставил над ними какие-то эксперименты, а потом просто избавлялся от них. А мы как-то, видимо, помогали ему в этом, но еще не знали, в чем именно. Вот он нас куда-то завел, здесь что-то непонятное, он нам ничего не рассказывает, не хочет нам говорить, что здесь происходит, в принципе. В следующей серии узнаем, так сказать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока.